Всем привет! Очередная мини-распаковочка. Сейчас просто нужно распечатать вот эту коробашку. И подумал, сделаю-ка это на видео. Посмотрите, что здесь. Ссылки на этот товар не будет, потому что я заказывал его через официальных дилеров SJCAM'а. Дилеры работают в Китае. У нас в стране их просто нет. У нас только перекупщики. Может, кто-то этого не знал. Я могу заказать, в принципе, любые товары SJCAM. И не только просто товары, камеры, а именно то же самое, что и здесь пришло. Экраны, матрицы, объективы, крышечки там всякие. Большинство продается. Смотрите, как запечатали. В принципе, неплохо. Конечно, все стоит денег, но в основном эти камеры ломаются не по вине производителей, а по вине пользователей. Сгорает экран из-за того, что макнули в воду саму камеру, или дождь попал, или что-то вроде этого. Вот, здесь у нас, можете видеть, экран для камеры 5000. Сейчас буду записывать, собственно, установку этого экрана. Ради этого и записываю эту распаковочку. Ну и также пришли крышечки небольшие. Посмотрите, что здесь. Так, там больше ничего нет. В первой упаковке вот такой вот молдинг. Может быть, вы такой видели. Если нет, то вот сейчас я вам еще сделаю несколько фотографий, как это выглядит. Очень легко устанавливается на машину, где вам будет удобно. Мои родные молдинги там должны быть металлические, но они очень неудобные. И ржавеют, а это силиконовая или пластиковая штука. Легко натягивается, не ржавеет. Дешево стоит, быстро меняется. Одни плюс. И стоит дешево. Ссылка на товар будет в описании. Заказал 5 вот таких вот лампочек на габариты. Целых 5, потому что они сгорают часто. Стоит дешево, сгорает часто. Ну, как все китайское, наверное. Дешевое китайское уже нужно разделять. Понятие между дорогим китайским и дешевым китайским. И здесь у меня тоже лампочки. По-моему, это я на распродаже какой-то купил. У меня такое освещение стоит в машине. Просто сверху прилепил на трем скотч и готово. Если у вас какой-то Мазерати, то там такой не установишь. И это я купил на приборную панель, не уверен, что подойдет, хотя проверим. На приборную панель вот такие вот лампочки, все очень дешевые, светят в принципе нормально, китайские лампочки рулят. Всем спасибо за просмотр, пока!